нормально, это американцы. Я нахожусь на острове Крит, недалеко от аэропорта города Ханья. И это видео я снимаю на объектив от компании Sigma 1224 F4 Art. Все, американцы улетели, надеюсь. Надеюсь, они больше не прилетят. Я считаю этот объектив весьма широким и идеальным объективом для селфи. Видео? А? Это видео. А? Это видео? Да. Это видео? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Макс кружится, кружится и тает. Это идеальный объектив для селфи. Еще в далеком-далеком 2016 году компания Sigma на фестивале фотокино анонсировала этого огроменного, широченного, все такого выпуклого объектива с минимальным фокусным расстоянием аж 12 мм. Объектив станет незаменимой находкой для всех архитектурных и пейзажных фотографов, снимающих на камеры со сверхвысоким разрешением. Ведь конструктив этой линзы содержит высокотехнологичные асферические линзы, в том числе оптический элемент из флюоритоподобного стекла FLD, минимизирующий дисторсию, хроматические аберрации и оптическую кому, за счет чего картинка получается идеально правильненькой. Здесь достаточно прохладная погода, поэтому я немножечко приоделся, и свой фотоаппарат я приодел с супер классным объективом. И начнем мы с обычного пейзажа, попробуем посмотреть на этот объектив в деле. Он похож на маленький фишай, но очень большого размера. Он реально тяжелый, он по весу практически как Sigma 85 мм, это больше 1 килограмма 100 грамм. В целом он весьма увесистый, у него очень приятный охват кольца фокусировки, несъемная бленда, крышечка закрывает полностью весь объектив, подобно Sigma 20 мм f1.4 Art. Окей, посмотрим, что у нас получится. При более детальном рассмотрении можно обратить внимание на исключительную резкость картинки по всей площади кадра. Во время тестирования этого сверхширика я дублировал все кадры на 42-мегапиксельную камеру Sony A7R II, и каждый кадр радовал меня своей высококлассной детализацией. Также объектив радует пренебрежимо малыми хроматическими аберрациями, правильнее сказать, что их вообще нету. Ну и как всегда, тестовые кадры я прикрепил в описании к этому видео. Можете скачать и посмотреть все сами. Мы находимся в Кносском дворце, и сейчас вместо того, чтобы охотиться на минотавра, мы будем охотиться на павлинов. Они получаются очень славненькие. С большим-большим хвостом. Все, он убежал. Вон еще один. В некоторых случаях они даже могут сами к вам подойти. Но иногда приходится за ними бегать. Сейчас я использую следящий автофокус на объективе Sigma 1224. Он очень громкий. Я буду использовать минимальное фокусное расстояние для того, чтобы передать всю ширину картинки. Но при этом мне нужно будет близко подойти к нему. Я попробую это сделать. Шлеп, 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 шлеп. Нужно еще разок. Они умеют летать. Yeah.
Автофокус на этом объективе весьма приятный. Фокусируется он очень быстро и точно. Если у вас комплект Sigma кэноновская под кэноновскую тушку, вы никогда в жизни не будете испытывать никаких проблем с, соответственно, фокусировкой. Все будет происходить очень резко, быстро и точно в цель. Ау! Фу-фу! Меня замочили! Объектив Sigma 12-24 F4 Art имеет, соответственно, тильдик Art оптики. Я на самом деле долго сомневался, почему сюда прицепили именно буковку A, и только сделав несколько кадров на этот объектив, я понял, почему именно она достойна и честно, заслуженно может называться арт-оптикой. Даже при съемке портретных снимков вы получите очень приятное размытие, очень приятный рисунок боке, и даже на супер широкий угол, на 12 мм, когда в кадр залезает просто огроменное количество информации, вы получите очень контрастный, как это любят говорить, вкусный рисунок. На удивление, Sigma 12-24 F4 Art практически не ловит зайчиков в контровом свете, поэтому если вы бережете внешнюю поверхность линзы в целости и сохранности, вы всегда будете получать исключительно чистую картинку без каких-либо, опять же, засветок, зайчиков и тому подобного. Сделаю селфач. Неважно, в каком жанре вы снимаете, Sigma 12-24 Art универсальна и раскрывает свое превосходство повсеместно. Даже на 12 мм вы сможете сделать потрясающий информационно заполненный портретный кадр с нестандартной сверхширокой перспективой и визуальным акцентом на модели, что сделает ваш снимок уникальным. А минимальная дистанция фокусировки в 24 см позволит вам сделать практически макрофотографии с хорошим размытием заднего плана. Быстрый автофокус сделает вашу съемку непринужденной, и вам не нужно будет задумываться о промахах, что весьма важно в репортажной фотографии. А благодаря большому углу обзора вы сможете снимать на достаточно длинные выдержки, без шевеленки. Что касается архитектурной фотографии, Sigma 12-24 является истинной находкой, способной отобразить любое пространство в новом свете, с минимальной дисторсией. Ну и конечно же пейзаж. 12 мм способен запечатлеть всю панораму, видимую человеческим глазом, и даже больше, делая ваш снимок каноничным пейзажному жанру. Sigma 12-24 — это новое видение, пространство, достойное линейки арт. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился этот легкий обзор. Пока!